И всем привет, ребят, с вами снова я, Эмилия Мил, и сегодня мы поиграем в симулятор стримера опять. Не опять, а снова. Так, ну симулятор ютубера. Смотрите, кто-то наверняка зовет. Помните прошлую, если не посмотрел серию, поставьте, перейдите обязательно, вот обязательно прям оставлю ссылочку в описании на первую серию. А если вы уже смотрели, то продолжайте смотреть, ребята, и этот ролик. Так, ну что ж, спасибо вам огромное. Кстати, у этого канала, у нас сейчас 96 подписчиков. До Нового года осталось где-то 25 дней. Давайте до Нового года наберем 4 подписчика, и у нас на канале будет 100 подписчиков, ребята. А на 100 подписчиков у нас стрим, между прочим, ребята, так-то. Ну, я не знаю, надо как-то перенести, потому что мне на Новый год подарили только вебку, микрофон. Так что надо как-то переносить, да. Я не знаю. Ну, что-то надо делать. Что-то, ребята, подумаем. В смысле, микрофон какой-никакой у меня уже есть. Просто у меня компьютер в деревне сейчас. Что он там делает вообще? И мама меня просит в это играть, господи. Пуля. 10-минутки просто пулями уходят. Это что несет? Это алмазы несет, а нам алмазы не нужны, у нас алмазики есть, так что пока мужик уходи. Производство. Пау. Все просто записали ролик. Чё, не в трендах? В смысле? У нас уже, между прочим, 283 подписчиков. А на 1000 подписчиков тут что нам дают? Кнопка какая-то. Моя доска почёта. 1 миллион, господи. Мне скучно. Давай поженим. Давай. Там. Он бозин. Иди туда, откуда пришел. Да пошел ты. Они вообще мне пишут чисто мат. Вот бы в реальной жизни у меня так подписчики копились быстро. Что у меня по статистике? Вирусное. Про спорт было вирусное. Давайте спорт попробуем. Я не знаю. Вот так вот. Сейчас будет суперски быстро. Просто нафиг. Просто очень быстро. Вот у меня вот эту игру мне друг посоветовал. У него уже 1 миллион подписчиков. Давайте его догоним, ребят. У него реально лям подписчиков. Миша друга зовут. У него тоже есть свой канал. У него там... 4 подписчика, ой, 1 у него подписчик, сестра. Давайте набьем ему тоже, как у меня, 100 подписчиков скоро будет. Это я вам очень благодарен. 4 подписчика осталось до 100. Дискорд будет отвлекать. А кто уже подписан? Огромное нафиг спасибо. Так, какой-то нож. Запоминай название игры, может, попросите. Все нафиг. Просто быстро. Супер быстро. Публикуем. Да в смысле? Почему? Ну хотя бы 40. Вирал. Точно совсем забыл, извини.
видишь, это они получают от вирусных видео. Это как баллы репутации. Одну вилл дали. Вообще. Почему видосики не залетают? Ладно, можешь посмотреть спонсоров моих. Спонсоров. Какой у меня спонсор? Ого-ого, так все. Это другая сфера, Эмиль, ты в другой вселенной, уходи отсюда. Что-то я пока не вижу. Это как в реальной жизни, залетит враг, не залетит, фиг его знает. Пусть этот будет. Попробовали, пожалуй, рука на 30 секунд. Так, давайте про фильм с ним, я не знаю. Хотя мне кажется, это не залетит. А прикиньте, залетает. Интересно, интересно, залетит, не залетит. Прям вообще. Нафиг его знает, залетит, не залетит. Вот кого бесит реклама, как меня, просто тупо идет реклама 20 секунд. Ну просто, ребят. Вот сейчас 10 секунд ждать. Давайте обратный отчет, ребята. 5, 4, 3, 2, 1, 0, все. Да господи, вот запоминайте название игры. Это другая вселенная, Эмили, уходим, уходим. Все психуют. Опубликуем. Да. Вирусное видео, вирусное. Плюс 80 подписчиков. 200. У меня подарок. Окей. Надо набрать 1000 подписчиков. Вот как люди реагируют на ваш канал, пока вы работали. Нормально вообще. Так. Давайте еще что-то запишем. А давайте про музыку. Сейчас посмотрим, какую рекламу, ребят. Прям интересно. Ребят, скажите, вот, нормальненько записывать такое, играть. Мне нравится, ребят. Я не знаю, как вам, пишите в комментах, нравится ли вам продолжать мне записывать такие ролики. Так. Ну что, в рекламку поиграем. Все так, уходим, да? Так, мы сейчас пробуем музыку вроде, да? Музыка супер быстро. Мой, смотрите, мой друг опубликует видео. В смысле? Так, ну ладно. Вот знаете, мне кажется, мы этого друга моего обгоним, догоним, потому что он просто одно видео опубликует в час, а мы тут это... Так, стараемся. Давайте про книги поговорим, может тут
Я очень сомневаюсь, что кто-то любит читать. Это не залетит. Это не залетит, ребят. Зачем я начал это снимать? Кто любит читать? Это не залетит, ребят. 1000000000% просто. Ни в коем случае. Не залетит, ребята, не залетит. Зачем мы это сняли? Мы снимаем. Давайте не будем нажимать опубликовать. Это не залетит. Ладно уж, раз сейчас отсняли, надо будет выложить. Сложно быть блогером, надо, чтобы каждый ролик залетал. Так же и мне сложно, у меня только 3 видео залетело, круто. Серьезно говорю. 3 видео залетело. Там они по 1000 просмотров набрали. Вот только они и залетели, и все. И все, ребят, понимаете? Опубликуем. Давай, да, залетело. А в смысле? Кто-то читатель любит? Вирус, господи. Как я мог видеть это раньше? Именно не пора ли снять еще видео про котиков? Дело это жесть. Кошки не обнимаются, они скучные. Как я мог не видеть этого раньше? Раньше, что это такое? Может, стоит написать в твою биографию? Спорт очень престижно. Не скучно. Чтение идет тебе на пользу. Чтение. О боги, я люблю котов. Касание. Я никогда не смотрю видео и сразу перехожу к комментариям. Иди туда, откуда пришел. Какие фильмы стоит посмотреть? А я тоже люблю читать. Сделай бочку. Чтение идет тебе на пользу. Ты что, кошатник? Ты спец по технике. Сделай ванну с Нутелла. Я слышал, что он очень полезно читать по книге в месяц. Сумасшедший кот, и я никогда не смотрю видео и сразу перехожу в комментарии. Ваши видео делают мой день. У меня стресс, я хочу немного прячься. Сумасшедшие котики, мне нравятся черепашки. Снимай больше видео. Свяжите свои бутинки и пройдите попрыгалку. Отличный видеоблог, готов смотреть еще. Чувак, я скучаю по природе. Так, ну, большинство все просто про вот этих котов. Если это видео не залетит, я больше подписчиков не слушаю. Большинство кошачьи было. Но сейчас придется котиков снимать. Ну, что поделать. Снимаем то, что залетает. Не снимаем, что не залетает. Это в YouTube будем снимать этот нож. Все, снимаем про кошек. Кошки. Там еще, правда, что-то про туризм говорили. Типа, путешествовать хочу, но это только один комментарий. Но я думаю, тоже будет снять после кошек. Там еще было что-то про собак. Про этих, как там их? Про черепашек. А где черепашка? А где черепашек снять, я не знаю. Тут черепашек даже нет. Господи, что за видео? Что за реклама? Эта реклама делает мою жизнь лучше. Да господи. Вот зачем 2 раза пока? Ну, пробуем. Ну конечно, сейчас. Ну, Play Market. Конечно, фиг. Да, давай, поиграй. А фиг тебе, Эмиль, потом. Да, вот так все. Я вас понял, Монерош. Монеты России. Псих. Донатьте мне.
Видос готов. Залетело. Видео 10. 81 подписчик еще. А у меня уже 605 подписчиков. А давайте, что там про собачек говорили? Давай, там вроде что-то еще про туризм говорили. Попробуем туризм. Это я сейчас, я уже туризм снимаю. Они есть место для самых... Ну, вообще, что ли, все? А я блогер. Роликов и для стримов. Ну, как бы и так блогер, как бы и в игре блогер оказывается. Так. Так что советую поскорее завести видеоблог и занять место в Дзене. Кстати, меня Миша не смотрит, кстати, не подписан на мой канал. Скажу, что подписался и смотрел мои видосики. Пусть знает, что мы тут делаем. Так, все, туризм мы сняли, получается. Публикуем. Туризм тоже понравился. Ого, твое классное видео. Туризм стало настоящим хитом. Хит продаж. Остин, только для тебя. Спасибо. Я теперь турист. Я не знаю, что еще снять можно. Мы, кстати, про геймплей не снимали. Вдруг кому-то нравится. Например, в комментариях не было, чтобы нравится. Ну, вдруг, ребята, нравится кому-то. Смотри, я сомневаюсь, то, что геймплей кому-то понравится, раз все книги залетели, ребята, господи. Когда такое было? Просто книги залетели. Ребята, этого реально не было. Когда такое было вообще? Так. Что мне запись здесь делает? Сегодня прямо, ребят, что-то затянулось ролик. Нифига, это раз, два, три, четыре, пять. У меня пять найманных. Шесть даже. Публикуем. Залетело. Снегами тело. Самое время приготовиться к геймплею. Майнкрафт. Я люблю. Ваше видео делает мой день. На самом деле, это теория себя дискредитировать. Вот статья. Просто ставьте на паузу и читайте, ребят. Я не хочу это все читать. Так, ну ладно. Все-таки следующий. Давай в следующей серии берем. На следующей серии обязательно пищиков. Так, 1000 точно наберем. Ладно, а на этом будем заканчивать. С вами был я, Эмили Мил. Всем удачи, всем пока-пока. У нас сколько? У нас 767 подписчиков. Всем пока!